Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в Циркл Империс. Ну что же, давайте начнем новую игру. Я специально для вас хотел как-то тут на днях снять серию. Думал, ну, такую забористую, чтобы по хардкору. И знаете, чем этот хардкор для меня кончился? Полным провалом. Играть я собирался вот за эту барышню. Ее звали Лора Жизнетворящая. И знаете, в чем вся проблема, в принципе, была? Я появился на своем, конечно же, кружочке, на своем островке. А вокруг меня уже окружали... Там были бандиты, там наемники, там были гильдии. И если я начинал с нуля, то у них, извините, у меня уже было по 1500 силы, мощей. И, ну что я там, буквально там, наверное, минут 20 потратил хоть как-то, ну, приподняться, немножко вырасти. И меня там сразу же практически через определенное время раскумарили. Вообще в хлам, просто в хлам, ребята. Поэтому сегодня мы будем играть, но не такой у нас будет жестокий, надеюсь, выход сегодня. Давайте возьмем мы с вами... Старьевщик Свифти. Хотя я, ребят, вот так вот хотел. Ну-ка, экстрим сложности. Кошмар сложности. Так, здесь тоже кошмар. Здесь что, победите в игре, играя за Виона, чтобы вот нам открыть вот это. А где у нас Вион? Давайте посмотрим, где у нас Вион, ребята. Кто-нибудь видит Виона? Я лично никакого Виона вообще здесь не вижу. Здравствуйте, приплыли. Какой Вион? Еще. Победите в игре, играя за Виона. Королева воды. Но это Дарий, это друид. Хорошо, ладно, победите, играя за дракона Демиана. Они что-то тут мудрят. Не знаю, ребят. Ладно, давайте посмотрим. Кошмар я не хочу. Вот экстрим. Давайте вот сыграем с вами на сложности. Так, победите, играя на карте размера экстрим сложность. Все, попробуем. Попробуем. И видите, тут можно вот битва империи, можно полное покорение, да. Или вот охота на монстров. Я не знаю, давайте с вами сыграем охота на монстров, да. Захватывать кружки не обязательно. Ой, а тут тоже свои, оказывается, персонажи. А я не знал этого. Так, секунду, тогда и получается здесь. Нет, здесь ничего такого нету. Значит, вот тут у нас тоже. Слушайте, так давайте тогда охоту на монстров сделаем. Я, честно говоря, не знал, что здесь у нас вот столько монстров-то. Так, это кто у нас такой? Монстр Маугар. Ладно, а это у нас колдун Кудагар. За колдуна мы, по-моему, играли. Чтобы открыть этого монстра, победите предыдущих. То есть я должен победить монстра... Маугор, да? А Маугор — это гигант-военачальник, возглавляющий армию Громил. Он прославился своими невероятными размерами и силой. Одним ударом он способен отправить врага в далекий полет. 9 кругов на карте. Ой, а тут 16. Так, колдун Кудагар. Могущественный колдун, съехавший с катушек и ставший опасным для всех окружающих. Все началось с того, что он сотворил хрустальный глаз, чтобы заглянуть в недра горы. Все, ребят, я выбираю вот этого. И поехали. Будем бить Кудагара. Нам нужно просто, ребята, его найти. Да ладно, тут тоже, что ли, империи есть? Тут, ребят, тоже, оказывается, есть империи. Я, блин, думал, что тут только мы будем. Ага, губежки раскатил. Нет, хренушки там нам. Ладно, давайте попробуем как-то... Не знаю, успеть. Вот, когда, ребят, хотел я вам в ту серию... Я почему ее не стал выкладывать? Ну, это просто позорище было. Там разнесли меня в хлам. Вот так же меня с четырех сторон окружали по 1500. Вы представляете, я на своем маленьком крохотном вот этом участке должен был зарабатывать еду, дерево и золото. По-моему, с золотом были проблемы. Я редкие вылазки делал, когда они там между собой еще дрались. Это ужас какой-то был. Я накопил себе там... 8 тысяч, по-моему, силы. И меня раскумарила армия, у которой было 200 тысяч силы. Просто одними магами. Меня зажарили маги, которые бросались фаерболами. Это надо было видеть, конечно. Ладно, сейчас не об этом, ребята. Сейчас у нас с вами новая, как говорится, игра. Мы с вами будем драться против мага-колдуна Курагара.
Так, что-то как-то у нас тут кисло. Денег вообще у нас нету здесь, как мы видим. Поэтому нам нужно... Нам нужно пищи 500. Теперь мы с вами поставим первый наш банк. И надо кого-то выбрать. Не выбрать даже, надо кого-то нам строить. Так, давайте мы, наверное, вот тыковок этих понатыкаем. Вот. Чтобы какая-то еда, как говорится, у нас шла. Все, еда у нас идет. И начнем, наверное, клепать уже с вами самых первых юнитов. Так. Два лучника такие стоят. И два мечника. И сколько у меня силы в них? В них силы 80. Мы даже вот этих не сможем пока побить. Хотя здесь тоже не супер там много. Там сколько там? Три лучника, три мечника. Нам бы вот просто вот этого взять. Одного. И на первых порах хватит нам. Ой, мы можем вот здесь, ребят. Что я тут стою? Вот, вот этого давайте уничтожим. Тут два зомби ходят. Никудышных. Мы их сейчас быстренько разберем. Ничего не понял. А тебе что, особое приглашение надо, что ли? А? Лучник. Да, и если вы, ребята, хотите дальше смотреть, как мы будем бить монстриков, пишите мне в комментариях. А так-то, конечно, хотелось бы в экстрим. Но я не знаю, ребят, на самом деле, как там вообще вот можно вырулить. Может быть, у меня еще пока опыта маловато. А может быть, каких-то героев нету. Тут же каждый герой имеет свои способности, свою армию, как бы, понимаете, в чем дело? Так. Вот, смотрите, у меня все, ребята, ресурсы уже здесь иссякли, поэтому я их отправляю вот сюда, пускай они здесь у меня добывают. Тут, по крайней мере, есть дерево, хоть какая-то небольшая еда. Почему вот эти вот взрывной гриб? Эти грибы, если взрывать, ну, если бить, они взрываются, ребят. Так, я что-то не понял. Вроде бы всех выбирал. Давайте идите сюда. Так, тут 260, тут 130, 150. Не забываем, ребята, здесь у нас карта 16 островков. 16 кружков. Так, ладно, все. И давайте кого-нибудь еще. Давайте еще, наверное, на одного, что ли, так хватает. Кстати, вот эти ребята тоже, это прометатели, они довольно неплохие. Лучше, как вот я заметил, как показывает практика, ребята, иметь... дальний бой, и желательно дальний бой магов. Так, давай, пробиваем. Тут, конечно, очень много факторов, зависящих к победе. Тут же, например, можно прокачивать, да, вот, например, лучников прокачивать, плюс атакующий настрой, блин, ближний бой улучшаешь. Все это делается. Причем не забываем, что они сами по себе, ребята, еще получают уровень. Что-то я не понял, что-то как-то... Ага, нормуль, хорошо, идем. Плюс они еще сами получают уровень, от этого становятся крепче и сильнее. Это тоже не стоит забывать. Кстати, а здесь неплохая, смотрите-ка, тут очень много еды. О, это наша, да? И тут, кстати, тоже много еды. Так, ребятушки, крестьяне, пойдемте-ка, у меня есть для вас работа. Что-то они не хотят. Так, вот здесь вот пусто. Я не могу понять, почему вот эти-то не выделяются? Зомби выделяются, а те почему-то нет. В чем проблема? Давайте, идите сюда. Будете... Умираю от скуки. Не умрешь. Так, эти, короче, придут сюда. Вот у нас, ребята, у нас доступен рыцарь. Стал. Так, рыцарь. Здесь, ну видите, не хватает золота. Где у нас есть золото? Вот, вот сюда нужно, ребята. Вот сюда нам нужно, и, как говорится, мы заберем это золото к себе. И начнем сразу же развиваться по-нормальному, елки-палки. Так, наказали. Топорометатели это у нас, да, ребят, топорометатели. Так, и последнего сейчас шваркнем. Отлично, все, эта территория, ребят, моя. Так, это у нас что-то новенькое появилось. Откуда-то я не могу понять, даже взялось оно. И давайте плодить крестьяшек. Крестьяне у нас будут вот здесь, ребята, добывать золото уже. Так, амбар у нас есть. Поставим сюда вот банк. Кстати, ребята, смотрите, что хотел вам показать. Забор деревянный, его можно улучшить до каменного. Но для этого нужно 2000 золота.
дерево. Ну, это если кто не знал. Желательно вот в эту пачку брать целителя. Почему брать целителя? Он, ребята, периодически вот так вот ходит и должен, по идее, лечить. Или он еще не имеет такой возможности? В общем, ходит и лечит наших юнитов, которые вот, ну, раненые, короче. Но сейчас он почему-то лечит гораздо быстрее, когда рядом нет врагов. Так врагов нету рядом. А, ну вот он стоит, короче, и потихоньку, я так смотрю, у меня отхиливаются ребята. Да. Так, давай мы, наверное... Блин, вот здесь тоже надо, ребят, поставить крестьянинов. Пускай они работают. И также сюда банк. На каждой карте должен быть, ребята, банк. И даже вот здесь тоже он должен быть. Даже несмотря на то, что здесь практически нет ресурсов. Он все равно приносит хоть какую-то выгоду. Вот потом он так вот улучшается. Ну что? Что такое, не понял? Это что такое сейчас было? Что-то кто-то хряпнул, хрипнул. Так, я думаю, ребят, наверное, вот этих вот нужно нам, да, бомбить? Или еще рановато, как вы думаете? Что у нас? 3000 золота нужно для того... Посмотрите, мы просто все моментально здесь золото, которое было, подчистили. Просто все. Ой, и опять мы остались без всего. Не понял. Это с какого перепуга вдруг сюда какое-то хмырье залезло ко мне, а? Ну-ка давай-ка нафиг вот этих вот чудиков, наверное, чикнем. Так. Что-то как-то медленно мы идем, там непонятно. Давай-давай-давай-давай. Разбиваем, разбиваем. Отлично. Эту территорию мы должны захватить. Да откуда вот эти вот гады-то появляются морозные? Я не могу понять. Сами по себе, что ли, появляются? Из ниоткуда? Такого тоже быть не может. Ну, давай-давай-давай. Уничтожаем, уничтожаем базы. Ну. Так, вот еще крепость. Крепость эту давайте сносим. Ага, все. Отлично, ребята. Здесь, как говорится, мы тоже справились. И возьмем с вами красного дракона. Слушайте, я что-то действительно не могу понять, откуда оно здесь появляется. А что это вы сюда прибежали-то, родные? Я вас сюда не отправлял. Ну-ка, обратно, по коморкам. Пришли они мне тут, называется. Так, сейчас, секунду, ребят, давайте вот здесь тоже вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Быстренько понаклепаем. Быстренько поставим банк. Кстати, я заметил, единорог. А что он дает? Что он... Ох ты, смотри-ка. Урон 110 плюс 50% шанс оглушить врагов на 2 секунды. 90% сопротивления к отбрасыванию, 90% сопротивления к заморозке. Легендарное существо, которое тесно связано с радугами. А что такое маленькое? Слушай, кто-то тут все-таки периодически появляется. Не понял. Секунду. Это что, вот это хмырье, что ли, на меня тут лезет? Надо вот сюда, наверное, ребят, все-таки для подстраховки поставить вот так вот. Пускай будут стоять здесь, ребят, два вот этих вот мечника. Ну, это не дело, какое-то говно там появляется постоянно и бомбит меня втихаря. Все, да? А мы с вами переходим вот на эту локу. Нам даже драться здесь не надо было, мы просто ее захватили. Так, сек, 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 ребят, секундочку. Мы сделаем вот так вот. Атакующий настрой. 10% к урону. Естественно, ребята, 10% к урону. Это по любасику. Слушай, а где, что за звук такой? А, смотрите-ка, тут кто-то воюет. Бандиты пришли и захватили чью-то территорию. И думают, что они теперь деловые. Ну, это, конечно, зря они так думают. Так, у нас, ребят, смотрите-ка, появляется... Мы с вами поставили вот это вот, так, я не знаю, скажем так, новое здание. И появляется у нас друид и колдун ярости. Также у нас дополнительная жизнь. Атакуйте, чтобы забрать. Дают шанс воскреснуть после смерти. Кто там все шу? Все-таки вот это вот говно откуда-то появляется, ребята. Видите, да? Вон он, трупик лежит. Откуда оно появляется? Просто само по себе из... А, погоди-ка, может быть вот это вот дерево? Да нет, обычное дерево. Тогда не знаю. Я просто тогда не знаю, ребят. Так вот, смотрите, что у нас происходит со стеной. Вот, например... Так, подожди, у нас дерева, что ли, нету? Ну да, дерева нету. Сейчас будет, ребят. Я хочу просто показать вам.
Вот дерево, смотрите. Оп, и вот, ребята, вот каменное. Ох ты, там потом еще можно крепкую даже сделать. Уж не знаю, ребят, сколько здесь степеней стен по развитию, но я вот до каменной только доходил. Так, давайте вот здесь вот, все, надоело мне. Мне нужно золото, ребят, что как бомжи, блин. Так, хорошо, хорошо, идем. Так, подожди, что-то тут, я не понимаю. Отвлекает меня. Да, кстати, вот эти фаерболы, это выкидывает, ребята, вот этот вот дракон наш красный. Так, и смотрите, как нам везет. Здесь голда, ребята. Соответственно, мы ставим сюда банк. Вот сюда банк. Вот сюда ставим банк. Здесь почему-то у нас нет банка, странно. И все. В остальных местах везде у нас банк есть. Так, здесь, значит, мы с вами захватили. Значит, давайте... Где он? Так, тут уже 685 силы. Все равно дрищи, поэтому давайте разбивать. Я нападаю, ребята. Где этот курагар, а? Где он находится? Курага. Ой, как хорошо-то, блин. Вот это раскромсон идет. Капитальный причем, ребят. Ну-ну-ну-ну, последний. Есть. Все, взяли, ребята. Взяли мы эту территорию. Так, где мои крестьяне? Крестьяшки, давайте. Я сказал, давайте. Давайте трудитесь на благо меня. Ой, я еще, ребята, одного единорога, с вашего позволения, призову. И банк. Все. Выбираем свою армию и двигаемся прямиком. Ну да, прямиком вот сюда. Че? Нормуль? Нормуль. А где же курагар-то этот? Курадур. Как я уже только не назвал. Так, мечник. Ой, мечник. У меня этот на коне подрос. Встал вон каким салибардой там. Ой-ой-ой-ой. Куда ты? Куда ты? Куда ты, родной, пришел-то? Ё-моё, а? Заплутал, видать. С дорожки-то. Не выспался. Ну, давайте тогда. Пойдем. Чего ж тут, ребят, мелочиться? Все, давайте тут захватывать территорию за территорией просто-напросто. Чего? Где? Я не понял, вы что, ребята, вы вообще, что ли, страх-то потеряли? Эй! Ты посмотри на них! Какая-то свора ничтожных магов и лекарей решила тут немножко что-то повыделываться. Да. Необдуманный, конечно, был ход. Необдуманный абсолютно, ребят. Так, у нас, смотрите-ка, здесь какой-то артефактик лежит. Что это такое? Смертоносное дерево, оно нам нафиг не нужно, ребят. Да ну, что-то как-то изейше мы с вами идем. Просто изейше, ребят. Так, так, так. Немножко армию. А вот, вот и курагар, что это он. И ради вот него я вот такую вот армию выстраивал. Сейчас зашибу его просто-напросто. Увидите. Просто с удара. Ничтожество какое-то. Ёлки-палки. Здравствуй, это ваше. Естественно, мое. Ну. И. Так. Короче, курагар огненный. Повержен, короче, ребят, нами. Казна полнится, полнится потихонечку. Еще даже пол не обложили весь. Так, смотрим, открыто. Охота на монстров. Агрессивный арг. В наши края заявился здоровяк-вождь со своим племенем воинственных варваров. Развлекается этот арг тем, что швыряет в людей топорами. Убейте его. Ничего себе, а? Ребят, он не припухли, а? Вам не кажется, что это слишком уж борзо? Он бросается в людей топорами. Это его развлечение, видите ли. Ну что, сложность у нас тут. Достаточно сложный режим, блин. У нас было нормально. Достаточно сложный. Невозможно даже здесь, ребята, вы представляете? Ну, что, будем? Пойдем на этого арга. Поехали, ребята. Уровень сложности сложно. Все. Что? Что ты мне показываешь? Я знаю, что склад нужно построить. Что ты мне в самом деле-то?
Так, ага, уже смотрите, вот здесь уже сложно поставили, уже 860 силы, сразу же, причем рядом. Если поставишь экстрим, здесь будет 1500 силы. Представляете, да? На, вот, просто он сейчас, если захотел бы, просто зашел бы сюда и все. И мне некуда, некуда бы бежать даже. Ой, да. Ну ладно, ребят. Вначале мы начинаем, конечно же, с наших крестьяшек. Другого пока выхода нету, выбора. И у нас молотобоец, лучники, нам нужны лучники. Почему я выбираю лучников, ребята? Потому что они имеют дальний бой и, соответственно, преимущество над врагом, что мы его можем издалека уже подбивать. Пока он там до нас добежит, уже будет покоцанный. Сколько? 160 силы. Вот у этой армии 160 силы. Этого мало, ребят. Даже вот на монстров на этих напасть мало. Давайте выберем так и вот так. Все равно мало, да? 220. Очень мало, блин. 220. Ой, вот русалки тоже противные, ребят. Пойдем тогда, наверное, мы с вами вот по этому пути. Поехали. Где? Кто тут вообще? Есть хоть кто-нибудь? Я не вижу просто, ребят. Странно. Спит, что ли, кто-то? Точно, ребят, там какие-то... какие-то жабы. Не жабы, непонятно кто. Они, смотрите, усыпили моих ближних воинов, ребят. Ого. Вот это да. Вот это жесть. Слушай, по-моему, ребят, нам тут свистуля приснилась, блин. Нафиг, нафиг, нафиг. Давай в обратную, в обратную, в обратную, в обратную, в обратную сматываемся. С ними невозможно совладать. Я, честно говоря, я не думал я так, что будет. Ой, все, они теперь разозлились и будут меня бомбить, да? А если я вот так вот сделаю, гаденыши, вы такие, а? Что вы на это-то скажете, а? Не нравится тебе, когда... Это вообще шляпу где-то потерял свою, блин. Недомерок. Слушай, они идут ко мне, к моей базе. Надо наказывать их. Да ладно, ну не может быть, чтобы они такие мощные были. Эй, дайте мне еще башню поставить сюда. Вот так вот. Есть, одного сейчас шлепнем, есть. Второго накрыли. Давай, 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 давай. Оп. Ну, шляпочник, давай, падай. А, тут еще этот вылупился откуда-то, непонятно откуда. Мы будем наказывать его или нет? Эй, ребятули! Мои крестьяне спят, елки-палки. Не хотят работать. Ага. Ну, че сразу? Че, пошли-то? Куда пошли-то? Иди сюда, мы не закончим с тобой разговор. Давай. Сейчас шляпу-то... Вот скину, как он там, он будешь слышать башкой бегать. Слушай, я не знаю, ребят. Давай тыкву поставим. Одну тыкву всего посадил, елки-палки. А у меня вообще звездец, ребята. У меня по дереву и по пище. Ну, пища еще бог с ним. Ну, по дереву-то. Слушай, мне в любом случае нужно захватывать. Так, гриб, чудовище. При уничтожении. Что там при уничтожении? Вам случайного... Дает вам случайного монстра, видимо. Сколько здесь у этой... Я не вижу, ребят, сколько мощей на этой карте. Но я знаю, что мы вот с вами стоим. Время сейчас в данный момент играть против нас. Вот так вот. Погнали! Жабанят этих валить. Блин, они усыпляют просто-напросто. Офигеть, это преимущество какое обалденное, да? Усыплять врага и бомбить его. Так, отлично. Хорошо, хорошо, хорошо идем, ребят. Если это можно назвать хорошо идем, то хорошо идем. Да будет он падать или нет? У этого шляпа только упала. Ну, давай, 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 давай. Вроде стреляем по ним, все. Так, тут что уже? Навострили уши, варвары, блин. Есть! Пробили! Ну... Чего-то я не могу понять. Они нас как-то вообще разбирают, разбирают, разбирают. И мы ничего сделать вообще не можем, ребят. Все,
Все, последняя, да, жаба? Они откуда... Ах ты! Они вот с этой вот фигни вылазят, ребят. Вы поняли? Так, хорошо, ладно, давай топором метателей поставим. Куда-то пошел, куда-то пошел. Давайте, метайте топоры свои. И вот... и вот, главное, и вот, что у меня осталось, это всего лишь два топорометателя. Как? Как вообще такое возможно? А вот возможно, ребята, блин. Блин, да я фигею, ребята. Я просто фигею. Так, ладно, нам что? Нам нужны лучники еще. В помощь, как говорится. Есть! Ну, давай вот. И спят, стоят, ёпрасоты, спят, дрыхнут. Давай вот эту базу бомбить. Они с базы, ребята, появляются. Не будет базы, не будет этих жаб здесь. Ага. Да чё ж вы переключаетесь-то постоянно? Да, давайте бомбите базу уже, ё-моё, а. Ну, в самом-то деле. Давай еще поставим. Давай, 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 давай. Да ёпрасты, они так и будут бесконечно, ребят, появляться. Мы вот только убьем сейчас этих двоих, они опять появятся. И как быть? Ну, строчи, строчи, пулеметчик, блин. Давай, 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 давай. Да что у них там за база-то такая непробиваемая-то? Куда ты побежал? Куда ты, дурень, побежал? Блин, сейчас пробьем нафиг, я там базу буду расширять свою. К ядрене фени, блин. Ну и жабы, да, ребят? Ну и жабы. Надо же, лучник уровень получил. Ёпрасте, прогресс пошел, как говорится. Ну, минус. И стоят, главное, блин. Я не понимаю, почему, когда мы убиваем последнюю жабу, они у меня сразу в спячку падают. Чё за бред? Ну, давайте вы добейте же вы в конце-то концов последнюю-то вот эту хламину-то там осталось-то. Нет, они начинают... Да... Что это вообще за жабы? Откуда они вообще взялись, блин? Ну? Мы будем уничтожать базу или нет? Ну, есть! Ну, наконец-то! Наконец-то! Ребят, сколько? Минут 15, да, мы возле этой базы плясали, как дурачки, блин? Ёкаламане, блин. От моей армии просто ничего не осталось. Вообще ничегошеньки. Идите, крестьяне, работайте. А мы вот с вами попробуем вот здесь монстров каких-то добыть. Ой, это же мой монстр, мой. Вот, и зомби у нас тут рабочий появился. Так, 920, нет, 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 туда тоже не хочу пойти. Да что, ой-ой-ой-ой, ребят, ну, по-моему, у нас закончится война, даже не начавшись. Вот, вот об этом я вам и говорил, ребят, ну это жесть, ну как вот тут можно... Как тут вообще можно вот играть? Да отойдите вы в баню, а! Давай, топорщики. Так, они бомбят. Бомбят, блин, мои базы, ребята. Тихо, тихо, тихо. Давай не будем на них нападать. Не будем на них нападать. Будем просто держать оборону, и все. Спокойно стоять вот здесь вот. Крестьяне, вы работайте, работайте. Не отвлекайтесь. Это не для вас все было сказано. Все. Так, нам... Что такое? Твою макарену, а? Теперь с этой стороны пруд. Ну тут-то, конечно, 800 мощей, ё-моё. Попробуем, ребята, как-нибудь выдержать натиск.
Так. Слушайте, а мы можем? Нет, мы не можем. Мы не можем укрепить свои стены. Ну, 840 мощей. Но это не здесь, ребята. Основная где-то у него империя фиг знает где. Это тут всего лишь немножко. У него тут рабов, крестьян, кого там. Будем этих? Нет, этих пока не будем. Вот здесь... Подожди, это не та же? Это та же самая, ребят. Империя, блин, страсти. Так, давай еще с вами наделаем. Что опять? Эти все не угомонятся. Блин, варвары эти достали. Фух, по-моему, их пора, ребят, истреблять уже капитально. Так. Давай-ка здесь посмотрим, что за монстр нам выпадет. Ядовитый зомби. Что-то новенькое, я такого не помню, ребята. Я, короче, решил, наверное, будем, ребята, мы вот эту вот базу уничтожать. Потому что достали эти варвары. Сами видите, никакого не дают нам продыху. Я делаю вывод, что нужно их уничтожить. Все, погнали. Так, сколько, ёкла... А, вот, ребята, вот он этот Аркхер. Вы поняли, короче, кто он. Так, ну что? Я надеюсь, это не его собратья, блин. Нет, не его, не должны быть. Крестьяне, вы куда вы идете-то? Дуралеи! Давай, давай, есть, уничтожили. Так, теперь вот это вот осталось пробить. Так, ребята, я могу вот так конников поставить. Ну, стрелки, да, ребят, я вам говорил, стрелки, это, конечно, очень хорошо. Видите, они уничтожают. Они уничтожают. Так, ну здесь, ладно, здесь попробуют у нас башни справиться. Я единственное, что могу сделать, это, ребят, в помощь поставить. Вот так вот. Так, отлично, вроде бы потихоньку мы их... Сила 200, да? Это осталось у них вот буквально башня и все. Так, погоди, этих-то нужно кромсать. Так, лучнички, давай, родные. Все, ребятушки, все, победа здесь будет за нами. Так, заходим. Блин, ну это жесть, конечно, что там происходит. О, я не знаю. Ты представляешь, сила 6 тысяч с копейками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тут империя врагов. И что же нам тогда прикажете делать? 6 тысяч с лишним, ёпарасоте. Вот здесь, наверное, надо забор поставить, я так понимаю, да, на всякий случай. Это мои? Нет, не мои. И... Лучше каменную стену, не получается, ребят. Каменную, так, 920, 1760. Меня окружает просто по-жесткому. Давай вот здесь попробуем, ребята, пробить. Империя врагов, это красный. Боюсь, что вот эти вот потом на нас пойдут войной. Значит, давайте начнем с русалочек тогда. Начнем мы с вами с русалочек, да. Как вариант. Только нам нужно... дерево, нам очень нужно много дерева, ребят. С деревом вообще какая-то проблема. Причем капитальная. И золото там нам нужно. Золото у нас только вот здесь в данный момент. Может отобрать, а? Не, давай вначале мы, наверное, русалок вот этих заколбасим. Так, перед тем, чтобы идти на войну, ребята, делаем вот так с вами. Хоп, хоп. Для чего? Для того, чтобы эти башни нам... Хотел сказать, помогали. А с чего они вдруг так агрессивно-то начали? Ну ладно. Все, ребят, справились мы, захватываем. Погоди-ка, а это кто у меня такой? Нифига, этот варвар у меня стал крепким каким. О, не-не-не-не-не. Это у меня топорометатели превратились? А, да, ребят, они получили уровень и стали у меня вот такими вот. Ну, как мы видим, эти сами наехали, да, ребят? Поэтому давайте вот здесь вот тогда бомбить. Раз... Он сам наехал. Я его не принуждал. Но раз он так поступает, значит, мы забираем его золото. Все. Заходим, ребят, сюда. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне это как-то
Немножко настораживает, конечно. Я вот так вот поставлю, конечно, здесь. А, нет, подожди, сейчас захватим. И уже поставим здесь с вами башню. Кто? Где? Кто? Подожди, я слышу... Не понял я. Это варвары, те самые варвары, да, ребята? Те самые варвары, с которыми мы дрались. Оранжевая фракция. Слишком много они на себе что-то, я смотрю, взяли. Охрабрели, да, смотрю? Ха, ну ладно, давай. Давай, 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 иди сюда. Я им еду не отдам, ребята. Чтобы они тут развивались, нет уж. Фигушки, как говорится, им. Вот башен я сюда еще понатыкаю. Все. Получили, съели свое. Так, пойдем захватывать обратно. Ага, вот, видимо, наверное, скорее всего, ихняя база. Главная самая. 800, да, у них там? 800. Так, подожди, подожди секунду, ребят. Нам нужно что? С едой у нас пока нормуль. Нам нужно золото. Нам нужно обязательно, ребята, золото. И желательно все здесь в короткие сроки забрать. Поставим вот здесь так. И вот так. Ну его нафиг, да, ребят? Оградимся маленько. Так, хорошо. Здесь тоже нам нужны... Где? Они достали, ребят. Они достали в корень. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Так, а здесь-то у нас с какого перепуга вдруг горит все? Давай-ка мы пойдем навестим, наверное, вот этих вот ребят. Сейчас мы вот здесь еще монстров с вами получим. Ядовитый зомби нам достался. Так, кто здесь будет? Обычный зомби-работник. И еще один ядовитый зомби. А теперь давайте вот этих вот говнюков с вами накажем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай-давай. Стреляем, стреляем, ребята. Так. Слушайте, надо, наверное, усиляться нам. Сколько там надо? 400 дерева, 400 пищи. Ладно, фиг с ним, накопим. Так, готовы. Они захотели на территорию, да, ребят, покусить? Нет, этого не бывать им. Так, захватили обратно, короче, мы с вами. Лучники, лучники. Так, лучники и защиту мы с вами усилим. Хорошо. 1660 здесь силы у них, ребят. Это очень много, если честно. Тут мы все золото, что ли? Уже, да, ребят, мы здесь все золото забрали. И у нас остается что? Остается только лишь пища. Пища вот здесь вот. Как видите, вот здесь нет, ребята, проходиков. Поэтому у нас могут либо отсюда только нападать, либо вот отсюда. Потому что здесь наша территория. Так, хорошо. Тогда мы что делаем с вами, ребят? Здесь мы сейчас тоже всю эту рыбу выловим. Так, пища у нас пошла. Уровни там получают у меня, ребята. Так, здесь мы можем с вами что, укрепить? Нет, не можем мы укрепить, не хватает у нас. На этих нет пока смысла нападать. Хоть у нас и силы 1500, ну 1500, короче, грубо говоря. Где, что опять? Понятно, понятно. Эти все-таки не выдержали, да? И решили вот так вот сделать. Ладно, ребята, давайте поможем нашим ребятам. Выставляем башни. И бомбим. Так, заморозку. Вот так вот. Ну что, съели свое, гады, нет? Нет, что-то там барахтаются. Ладно, пускай. Пускай пробуют. Сейчас мы их вот так вот, ребята, и расколбасим потихонечку. Да выделываются, короче. Согласитесь, мы не наезжали, наехали они. За это они должны ответить. И они ответят.
Так, а тут-то они с двух сторон, что ли, решили? Да, ребят, с двух сторон. Хорошо, у меня здесь все-таки каменные, каменные ворота, да? Куда ты пошел-то, дурила, блин? Побежал, блин. Так, забираем всех и нападаем, ребят, сюда. Куда, куда? Ну куда ты бежишь, а? Ну куда ты, рыцарь? Рыцарь на белом коне, куда ты побежал? Дурила ты деревянная. Ребята. А это говорит о чем? Что сейчас мы вот этого щегла с вами здесь прижучим. И все. И, грубо говоря, империя врагов красных можно будет только... А нет, у них же еще здесь есть. Ну ладно, хорошо, давайте мы тогда сделаем, наверное, вот так вот. Они, смотрите, прорвались, прорываются как-то. Горят, горят в адском пламени. Так, давай сюда, давай. Шикарно. Что, я думаю, ребята, пора наказать и вот эту вот территорию. Не то, что наказать, даже, а захватить. Так, здесь у нас работают? Работают, мои малыши, работают. Кстати, почему мы с вами до сих пор еще единорога не поставили, я не понял. 3000 золота нужно, да? Ну, сейчас золотишко мы с вами здесь насобирать должны, в принципе. Да погоди, что опять-то, где? Угу. Теперь с этой стороны пошли. Блин, короче, ребята, Красной Империи здесь дофига. Я думал, что мы прижучим их, она. Нет, вот здесь у них стоит, вот здесь у них база. То есть еще, и вот здесь. То есть еще хватает у них тут народцу. Ладно, давайте мы, наверное, с вами вот этих, наверное, да, пробомбим. Потому что здесь, смотрите, довольно неплохие залежи еды. А еда нам нужна. Так, готово, да? Давай захватывать. Эти вот башни сейчас снесем. Так, тихо. Не волнуемся, ребята. Ну, вы дальше будете бомбить? Бомбят. Так, а здесь уже у нас просто монстры. Хорошо, мы, короче, делаем так, ребята. Подожди, я еще не захватил. Так, заходим сюда. Здесь делаем вот так. Улучшаем до каменной, даже вот до такой. Это максимальная стена, да, ребята? Вот эта стена максимальная. И, естественно, выставляем крестьян. Где мои крестьяшки? Вот они. И пускай они здесь себе спокойненько добывают дерево, ну, все, что хотят. Так, амбар у нас здесь стоит. Мы с вами выставляем банк. Кстати, вот уже единорог у нас подоспел, которого я хотел получить. Я его получаю. Еще нужен мне дракон. Так, вот сюда я не хочу идти. Почему, ребята? Пускай они воюют тут между собой. Потихоньку будут мозги друг другу компостировать. У нас есть с вами немножко другие дела. Мы должны вот этим вот... вот этим отомстить красным. Империя врагов, которая меня досаждала, которая... Так, улучшим броню. Улучшим вот так, так. И поставим сюда. Вот так вот сделаем. Не жилось им спокойно, все, будут теперь по-плохому. Так, у меня сколько? У меня силы 3420, поэтому этих голубков я сейчас разбомблю просто на раз-два. Тем более у меня и здесь башни прикрывает. Ой, красота-то, просто красота, ребят. Да, вот еще их база. Сейчас я и до нее доберусь, ребят, не волнуйтесь, сейчас доберемся. Сейчас мы здесь крестьяшечек обычных своих поставим. Так, банк, что не хватает? Пищи 500. Вы давайте, ребята, там быстрее работайте. Ага. Смотрите-ка, башни мне сносят, ребят. А если я вот так сделаю? Еще одну. Как вам, понравится? Я еще отравляющую влеплю. Специально для вас. И замораживающую. Да. Как раз все для вас, ребят. Блин, что так быстро сносит-то? Ну. Нормуль. Хорошо. И тех двух голубчиков сейчас снесем, и нормально будет.
Так вот, поставим. Тут, короче, у меня башни будут справляться. Так, ну, а мы с вами... Придется через монстров, ребята, проходить. Другого выбора у нас нету. Главное, чтобы единорога мне не забомбили. Хотя, мне кажется, что единорог здесь еще того делов наделает. Смотрите, ребята, он на рог берет, там только радуга отлетает. Ну, давай. Отлично. Ну что вы, откуда беретесь-то? Вот, ребята, это моя территория. Соответственно, я опять же здесь выставляю рабочих крестьян. Ну что, олухи, вот я и дошел до вас. Говнари, блин. Сейчас. Вот так вот. И это еще не все, ребята. И это только начало. Сейчас я им устрою тут карнавальную жизнь. Не трогал вас? Не трогал. Вы начали первые. Все. Этих мы уничтожили, подчикали. Тут у нас стена. Монстры на нас не полезут сами по себе, ребят, потому что это зомби, им нафиг ничего не нужно. Это я, естественно, тоже отвоюю. Варваров зачикаем чуть-чуть попозже. Империя врагов. Так, поехали, ребята. Пора с ними заканчивать. Ай-ка, хорошо идем-то. Благодать, просто благодать, ребят. Ой, единорога сейчас, наверное, убьют у меня, да? Или не убьют? Скорее всего, завалят, наверное, ребят. Единорога мне. Ха-ха, нет, ребят, не успели. Единорог, да? Мощный чувачок. Натворил тут дел один. Вот, все, ребята, здесь нам... А подожди-ка, а почему здесь странно? А мы что, можем сюда как-то выйти? Нет. Почему-то здесь ворота стоят. Странно как-то это. Так, давай здесь золотишко будем добывать. И банк, естественно, поставим. Ну что, тут у нас все хорошо. Тут у нас все, ребят, под контролем. Вот, вот, нам нужны с вами, ребята, некроманты. Некроманты, они что делают? Они делают заморозку, они делают замедление, и они могут призывать зомби поднимать. Но это когда они, по-моему, смогут там подкачаться маленько. Да кто там дерется-то все, не могу никак понять. Кто воюет-то? Где? С кем? Варвары эти воюют. Все, варвары. Пришел ваш звездный, блин, расколбас. А, не. Вот этих я как раз-то... Да. Мстить красным так по полной программе. Не буду их жалеть. Пощады им не будет. О, я еще себе сейчас мага поставлю. Еще некроманта. Ой, красота, ребята. Все, это территория моя. Так, давайте мы с вами заберем монстров здесь. Хорошо, заходим сюда. И варвары здесь у нас. Варвары, которые тоже в свое время нам выносили мозг. Теперь я буду выносить их. Заходим, захватываем. И... Погоди-ка, я не понял. Варвары все-таки уничтожили, да? Они все-таки уничтожили, ребята, монстров. И смотри, что делают. Они, наверное, так вот не думали, что я могу сделать, да? Все, им хана. Сейчас, что сделать, ребята, я не знаю. Всех крестьянинов у меня здесь перебомбили, гады. Все, раздражают они меня, ребята, погнали. Ну что затрепыхались сразу же? Не нравится, я знаю, не нравится. Мне тоже не нравилось, когда я был на стадии начального развития, только, блин, вы пришли и начали меня кромсать. Забирать, как говорится, мои территории. Честно заработанные. Да? Это кто? Это варвары, да? Варвары, ребят. Никакой пощады им. Никакой пощады. Уничтожу просто в хлам сейчас их.
Так, давай-ка сюда хилов еще понатыкаем, чтобы они хилили моих солдатиков. Так. Некроманты, когда вы разовьетесь, чтобы смогли уже этих поднимать нежить? Лишнее, как говорится. Ага, так, погнали. Это их не основная база, ребята, по ходу дела. И с ней пора завязывать. Отлично. Единорог, а тебе что, особое приложение нужно? Давай. Иди, атакуй, воюй. Ну, осталось тут немножко, ребят, совсем капелька. Есть. Так, и здесь я тоже, естественно, заберу у них. Все, варвары, ребята, канули в лето, я так понимаю. Это все будет мое. Все абсолютно будет мое, ребят. Так, это что у нас за гриб дает случайного монстра? Давай посмотрим, какого ты мне монстра здесь дашь. Зомби дали. Здесь тоже могут спокойно мои крестьяне уже работать. Спокойненько просто. Подожди-ка, что это за черепок такой? Просто, да? Ладно, пускай, предположим, это будет просто черепок. Здесь тоже, видимо, кто-то вырезал уже моих крестьяшек бедных. Здесь один стоит неприкаянный. Ну, все, ребята. Я так понимаю, наверное, настал тот звездный час. Или не настал? Боязно мне, конечно, нападать-то. А, тут еще варвары остались. Так, елки-палки. Чего ж мы стоим-то? Нам нужно, ребята, развиваться с вами? Нужно, нам нужно качаться? Нужно. На ком? Мы уже нашли на ком? На варварах? Так, сейчас мы... Что там такое? Хиллер комьюнити достижение получил. Не понял, погоди, а вампир-то тут откуда взялся? Эй! Что за дела? Вампир откуда взялся, непонятно. Так, атакующий настрой. Давайте вот улучшим стрельбу. Ой, меткая стрельба. По-моему, у нас полностью прокачано. И настрой мы с вами полностью сделали. Ах, да, я хотел, ребята, глянуть. Так кто ж там появляется-то все? Откуда вампир-то берется, а? Что за дела-то? Вот это вот поставить хотел. И вот это вот. Это нам дает вампиров, да? Да, это нам дает вампиров. Да елки-палки, я же вампиров хотел взять. Вот, вот. Вампирчиков дает. И дает нам вот этих вот друидов. Колдун ярости. 10 к скорости атаки процентов он дает, представляете? И восстановление здоровья. Так, нужна голда, ребята. Нужна голда, причем немало. А где у нас тут... Так, погоди секунду, почему у нас здесь нету добычи? Ха. Пройдохи. Кстати, вот здесь тоже нужна добыча, ребята. Еда. Еда не золото, но тем не менее. Да, по золоту вообще, ребята, кисло. Вообще кисло везде. Я не могу понять, откуда этот вампир берется постоянно, а? Куда он идет? Эй, не надо, не надо путать мне строй. Давай. Вот, я вижу голду, ребята. Где голду брать, я уже нашел. Эх, варварята. Просто пришли и раздавили. Так, а здесь у нас монстр. Ну, это понятно, кто это. Это у нас самый главный монстр. Так, который, что он там любит? Бросаться в людей топорами. Вот так вот, хорошо. Заходим сюда, берем еще, вызываем, ребята, дракона. Еще одного некроманта, еще одного мага. И наших родных крестьяшек. Слушайте, как вы думаете, вот этой армии хватит в 11 тысяч, чтобы раздавить вот эту вот мощь? Я думаю, хватит. Сейчас мы, знаете, что еще с вами сделаем? На всякий случай, вот так вот. Так, так. Потом сделаем с вами заморозки. Башни заморозки. И башни отравлялочки. Помимо этого мы сделаем обычных. Ну, штучки 3. Так, что, больше не хватает? Раз. И все, да?
Ну, давай еще вот так сделаем. Все, это, ребята, для того, чтобы, как говорится... А вот и арк. Поехали. Никак, ребята, мне не удается раскачать по полной программе юнитов. По полной. Ну, чтобы они были вот вообще вот супер-пупер-убер-класс. Никак не получается. Так, погоди-ка, что это у нас такое? Дополнительная жизнь. Вот, мы это выучим. Так, и вроде бы все. Тут можно замороженный призрак еще. Вот так. Эх, была не была, ребят. Поехали. В атаку. Йоу, просто это нифига тут. Я ничего не пойму. Что тут происходит? Ну мы его колбасим, колбасим. Не понял. У него жизнь. Есть. В щепки мы разнесли этого арка. Ну что, ребят, я нас поздравляю. Хе-хе. Так, Арк Энджер Лорд. Достижение. Ну, то есть мы с вами убили этого проклятого босса. Продолжить. Открыто. Охота на монстров. Красный дракон Крайкер. Древний дракон, обожающий лакомиться принцессами. А у нас и без него принцесс не хватает. Этого червяка-переростка надо убить. На карте 25 кругов. Вот эта карта, на которую мы сейчас дрались, она была 16. Тут 25. То есть на 9 кругов больше. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы с вами будем, наверное, закругляться. Если вам понравилось, вы мне обязательно пишите в комментариях. И мы тогда с вами, если мы продолжим, то у нас будет кто? У нас будет вот этот вот дракон. Да, именно он. Не знаю, мы... Вы видели, да, ребята, уровень сложный. Я не знаю, может быть, попробуем потом на уровне экстрим. Но я вам говорю, это будет жесть. Полнейшая жесть. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.